Сейчас три главных события в центре внимания не только российской, но и мировой общественности. Это визит председателя Си Цзиньпиня, первый визит после того, как он утвержден на новый третий срок председателя Китайской Народной Республики. Это отчет правительства, которое завтра, послезавтра прибудет в полном составе, причем этот отчет будет транслироваться всем законодательным собранием нашей страны и Африканский форум Россия-Африка. Они между собой тесно связаны. Я хочу поприветствовать еще раз председателя Си Цзиньпиня. Вчера несколько часов вместе с Путиным они обсуждали все насущные проблемы. На мой взгляд, для нас это имеет историческое значение. Я посмотрел на нервную реакцию американцев, да и всех натовцев. Да, эта реакция абсолютно нервная и вполне обоснована, потому что американцы, англосаксы и НАТО объявили главными противниками, врагами Россию, которая обладает военно-политическим потенциалом, способным ответить любому противнику, и Китай, который является главным конкурентом Америки в области финансов и экономики. Кстати, по покупательной способности, покупательному паритету, Китай уже обогнал Америку. Китай стал великой научно-технической державой, производит 20% мировой продукции. Китай за прошлый год запустил более 50 вариантов объектов в ходе своей космической программы без единого сбоя. И вместе с Путиным договорились по реализации целого ряда наукоемких программ. Мы это активно приветствуем. Более того, вместе с Си Цзиньпинем мы отрабатывали программы и меморандум взаимодействия наших партий. Он все эти годы очень успешно выполняется. И я надеюсь, что та программа, которую сейчас вместе с Компартией Китая мы составили, будет реализована в полном объеме. Руководители наших организаций, депутатский корпус, молодежные лидеры прошли прекрасную стажировку в Китае. Там вышла целая серия работ наших. Мы вместе с Новиковым и Ющенко недавно провели большую пресс-конференцию, на которой Мельников, руководитель общества российско-китайской дружбы, представил результаты нашей совместной работы. Эта пресс-конференция была в ТАССе. Единственное, что меня удивило, даже ведущие каналы российского телевидения почему-то не показали результаты этой пресс-конференции, а она полностью соответствует тем стратегическим установкам, которые сформулированы президентом его посланий. Ибо речь идет о России и Китае общим путем в будущее. Я уверен, что у нас будет достойное будущее, потому что те вызовы, которые брошены нам, можно преодолеть только складывая потенциалы. Мы сейчас складываем потенциал Российской Федерации, русской цивилизации, Китайской Народной Республики, китайской цивилизации и мощной экономики и культуры Индии. Три ведущие цивилизации складывают свой потенциал для того, чтобы дать отпор агрессивной англосаксонской, которая объявила войну и продолжает нас терроризировать. Я уверен, что мы выстоим и обязательно победим. В этой связи очень показателен форум России и Африка. Кстати, мы были инициаторами проведения первого форума в 2019 году. Я хорошо знаю Африку. Может быть, единственный из политиков современных, который встречался с Манделой. Мандела в 38 лет был арестован за то, что проповедовал коммунистические идеи. Вместе с ним были арестованы 150 активистов НК. И тем не менее, 5 лет продолжался суд, не сумели засудить и посадить, потому что понимали, что посадить за идеалы невозможно. И тем не менее, после того, как его выпустили, снова арестовали, просидел 27 лет. Когда его избрали президентом, он предложил программу мира, мира, который был обеспечен, программу, которая уберегла Южноафриканскую республику от гражданской войны. Он был президентом 5 лет и в 99 году, посещая нашу страну, сказал, в том числе и Ельцину: «Мне нужно встретиться с руководством Компартии, посетить мавзолей и могилу неизвестного солдата». У нас с ним 2 часа были переговоры в Кремле. Первая его фраза: «Я благодарю коммунистов, которые спасли меня. Я сидел 27 лет в застенках, но вы ощущал каждый день вашу помощь, вашу поддержку, и только вы помогли нам избежать
новой гражданской войны. Я считаю, что этот форум, который прошел и на котором прекрасно выступил президент, знаменует новую страницу в наших отношениях. В чем эта страница? Африка – самый бурно развивающийся регион. В Африке треть стратегических ресурсов планеты. В Африке уже проживает 1,5 миллиарда человек. Мне пришлось строить крупнейшие объекты в Нигерии, мне сегодня проживает 225 миллионов. Вести переговоры с президентом Мубараком Египта, из Каира видны и слышны все ветры в арабском мире. Вести переговоры с Муаммаром Каддафи, вместе с Примаковым проводить большой форум в Тунисе, посвященный глобализму. Я считаю, что выступление всех лидеров, а было более 40 стран, свидетельствует о том, что они питают огромное уважение к нашей стране, готовы развивать по всем направлениям свои отношения, и ни одного словечка не было грубого сказано в нашу сторону, даже в связи с военно-политической ситуацией, которая сложилась на Украине. Они понимают, что их бывшие колонизаторы, натовцы и американцы, развязали войну против нашей страны. Фактически в душе и все солидарны и поддерживают нас. Ни одна страна из 54 Африки не поддержала американские санкции. Говорю европейцам, которые легли под Америку, берите пример сегодня с африканцев. Вы там хозяйничали долго, вы душили, вы эксплуатировали, вы туда навезли грязи и болезни. Вы не справились. Они освободились под влиянием советской страны от вашего колониализма. И сегодня, когда вы их заставляете снова участвовать в неоколониализме, развязав войну против русской цивилизации, они оказались солидарны вместе с нами, как и Латинская Америка и Азия. К слову сказать, вчера обсуждали с лидерами фракции вместе с председателем Думы вопрос провести форум с латиноамериканскими странами. Уверяю вас, и латиноамериканские страны поддерживают. Я в Сан-Паулу проводил форум всех левых сил Латинской Америки, выступал в Буэнос-Айресе перед левыми силами, Чавесу помогал формировать партию в Венесуэле, а в Мексике перед левыми выступал на их пленуме. Правда, они раньше были все в подполье, они пленум проводят в среднюю ночь. Мой доклад был в час ночи. Хочу вам сказать, они активно сегодня сотрудничают с нами и поддерживают. В этой связи мы наметили большой антифашистский форум, который проведем день рождения Ленина 22 апреля в Минске. В нем примут участие все левопатриотические силы планет. Кстати, недавно Компартия Китая во главе с Си Цзиньпинем проводила две выдающие встречи. Одна встреча была посвящена левым силам, где я приветствовал от имени Компартии левопатриотических сил, а вторая – руководителям правящих партий. И должен сказать, полная солидарность и поддержка. Мы выстраиваем новый, мощный интернациональный фронт в борьбе против нацизма, фашизма, бандеровщины, против американского глобализма. Я призываю, в том числе и в Государственной Думе, активно объединить свои усилия. В четверг будет правительство. Мы провели с ними большую обстоятельную встречу. В телевидении показывала основные сюжеты. Добавить нечего, но завтра, в ходе послезавтра комментарий, мы изложим свою программу. 10 шагов достойной жизни, бюджет развития 45 триллионов, 12 законов, закон образования для всех, поддержки детей войны и в целом качественное образование. Я надеюсь, что в этот раз нас услышит и правительство Единой России. Нужен новый курс и новая политика. Это требует и послания президента, с которым обращался совсем недавно. Сегодня опубликовано мое обращение гражданам страны. Сейчас его представит Новиков Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, коллеги, мы провели пятилетку знаковых совершенно юбилеев, которые связаны с историей нашей страны навсегда. Это столетие Великой Октябрьской социалистической революции, столетие Красной армии, Ленинского комсомола, Ленинской пионерии, конечно, столетие образования Советского Союза, которое отмечалось совсем недавно. На фоне этих событий мы провели подготовку к еще одному событию, к еще одной дате. Здесь была в Государственной Думе большая выставка, посвященная 30-летию восстановления деятельности
нашей партии, а в следующем году исполняется 100 лет с момента проведения ленинского призыва, когда организатор большевизма и социалистической революции и советской власти ушел из жизни. Многие тысячи граждан нашей страны, нашей советской родины, вступили в коммунистическую партию для того, чтобы следовать идеалам большевизма и строить самую лучшую страну на планете, отвечающую интересам трудящихся масс. Продолжая эту традицию, мы опубликовали сегодня в наших партийных средствах массовой информации, в газете «Правда. Советская Россия», в электронных партийных СМИ обращение лидера партии под названием «Это твоя партия». Мы приглашаем всех честных людей страны, всех, кому дороги идеалы социализма. А понятно, что без социализма и советской власти выйти из глубокого капиталистического кризиса сегодня невозможно. Не просто поддерживать нас на выборах, не просто приходить на наши акции протеста, а вступать в наши ряды, вместе, системно, дружно работать по претворению в жизни самых лучших идеалов человечества. То, что они самые лучшие, чем дальше, тем становится все более очевидно. Вчера президент России Путин прямо говорил о том, что мы завидуем китайской модели, потому что эта модель абсолютно эффективная оказалась и гораздо более эффективной, чем модель западная. Давайте доведем эту мысль до логического завершения и произнесем, что все это результат развития по социалистическому пути под руководством Коммунистической партии Китая. Нам нужно идти этим же путем, и у нашей страны есть партия, которая способна предложить и предложила соответствующую программу. Есть сила, есть структура, есть организация, есть союзники. Это Коммунистическая партия Российской Федерации. Зовем в наши ряды. В заключение хочу отметить, что Путин еще перед журналистом Валдая сказал, что капитализм зашел в тупик. Да, всем это очевидно. И как он с ума сходит, мы видим. Даже эти сумасшедшие решили преследовать первого руководителя Российской Федерации. На мой взгляд, это вызов всем нам. Понимаете? Мы не можем этого допускать. Это полное безобразие. Но надо делать следующий шаг. А следующий шаг – это обновленный социализм. Мы предлагаем такую программу и предлагаем нас поддержать в ходе обсуждения и отчета правительства. Всем успехов!